Я играю разных женщин уже много-много лет. Когда я была совсем молоденькой артисткой, я играла разных бабушек. И мне говорили: зачем ты играешь бабушек? Ты же молодая. Я отвечала, что я их играю. А когда я уже буду, я уже играть не буду. Я уже буду бабушкой. Посмотрите на женщину, которым за. Посмотрите. В любом возрасте можно быть хорошенькой, правда? Хорошенькой! Ну что мы все девчонкам-то завидуем? А мы-то что? Я сейчас, вот мне стульчик, я вам сейчас сыграю. Пойди, сяду. Сяду. Погоди, бессонница замучила. Это ты, следователь? А? Это ты меня допрашивать будешь, а? Чего ж меня допрашивать? Я тебе сама все расскажу. Только записывай, ладно? Значит, дело было так. Вышла я с утреца за пенсию хлопотать. Иду, соль в суставах гоняю. И вдруг чувствую, сердце заколотилось, спина разболелась. Ой, думаю, надо сесть, таблетку-то выпить. Села в карманы, таблетки дома забыла. Беда-то, беда-то, таблетки. А тут паренек рядом сел на лавочку. Весь у кольца. В ушах кольца и в носу кольца. Хоть гордины вешай. И на меня сразу так зырь. Я аж испугалась. Ой, здравствуй, девица краса. Я говорю, что девица спасибо. А какая же я тебе краса, когда он я с дома без таблеток за хлебом выйти не могу. И он с тобой здесь торчу, а мне б домой за таблетками сбегать. А он говорит: как же ты торчишь, если у тебя таблетки дома? Возьми мои. Я говорю: а твои от чего? Он говорит: от действительности. Таблетки дорогие. Я студент-медик. Я, можно сказать, будущее нашей медицины. Думаю, какое счастье, что у нашей медицины есть будущее. Слава Богу, я до него не доживу. Но таблетки-то приняла. Сижу, ничего, ничего. Только мурашки по всей коже бегают, аж кофточка шевелится. И вдруг ветер поднялся, дома качать стало, и крышу сорвало. Я не видела, не. Паренек сказал: все, говорит, крышу рвануло. Встала, пошла. Лежу, на асфальте монетка лежит, а рядом с ней дырка. Я-то монетку взяла, пошла. Тут мужик с дырки в шлеме высовывается, говорит: ты крышку-то от люка назад поклади. Я говорю: ага, не такая у меня пенсия, чтобы монетками такого достоинства раскидываться. Пошла дальше, гляжу, еще одна монетка лежит. До конца дошла до улицы, штук 5 собрала. Иду, вижу, сидит слепой, без ног, милостыню просить. Я думаю, у меня хоть какая пенсия есть, а этому, видать, надо. Кинула я ему монетки. Видать, сильно зацепил. Он без ног, слепой, через дорогу побег. А мне что же идти-то надо? Стала через дорогу переходить. Ты пишешь? Ага.
стала через дорогу переходить, тут отель не возьмись, мотоцикл. Сумочку у меня с рук вырвал и по газам. На силу километров через 5 догнала. Я говорю, что девочка за тобой бегать. Я говорю, у меня вон голова болит, спина расколется. Я у него, значит, та сумочку взяла, на мотоцикл села и поехала. Ну, так, конечно, поехала. Поплелась я по-стариковски, что какая скорость была, не знаю. Не знаю, какая скорость. То когда я мимо милиционера-то проезжала, с него ветром форму сдула. Видела, как же ж не видела. Я когда минут через 5-то назад возвращался, он за трусы-то ухватился. Матерился! Ой! Вот слышала. Как же не скака скорость? Я же мотоцикл не заводила. Я ногами отталкивалась. А остановилась в парке об березу. Сошла с мотоцикла, тут откель не возьмись. Сексуальный маньяк. Как закричу, насилы воют! Насилы воют, и за ним в кусты побегла. За мной же еще женщин 5 пристроилось. А он спугался-то и побежал в клуб, в клуб. А в клубе, ой, дымище, музыка-то, ой, аж уши закладывает. Ну, я там вокруг шеста покрутился. Да, только понять-то не могу. Руками за шесть держусь, а ногами на потолке стою. То как закричали, зажги еще! Зажги еще! Ой, что-то устала. Голова болит. А, не волнуйся, не волнуйся. Пока я в твоем обезьяннике сидела, мне один парнишка дал 2 таблетки от головы, 2 от спины. Сказал, месяц ничего не почувствует. Ой, гляди, белочка на тебе сидит. Ой, какая маленькая, ой, поперла, поперла, поперла. Сколько белок-то? Ну, куда ж вы все на меня, сорванцы? Ну, сидите, сидите. Я вас гнать не стану. Скажет, бабка-то шубу на старости лет-то купила.